Разом решить проблемы горожан. На это нацелены представители местного отделения партии «Единая Россия». Всю неделю они будут вести приемы первоуральцев. Для нас, для членов партии «Единая Россия», работа с нашими избирателями, проведение приемов – это основная задача партийная. Поэтому мы приглашаем всех жителей нашего города, у кого есть вопросы, у кого есть какие-то нерешенные проблемы, приходить на Вайнера 15А, и мы обязательно вам поможем. 1 декабря исполнится 16 лет со дня образования партии «Единая Россия». В связи с этим в нашем городе проводят прием населения. Он продлится до 1 декабря. Двери для желающих решить наболевшие вопросы распахнут не только депутаты местной думы. Свое желание помочь жителям высказала депутат законодательного собрания Свердловской области Елена Чучунова. Она начнет работу в приемной «Единой России» по адресу Вайнера 15А 1 декабря в 16 часов. А завтра, 28 ноября, встретится с избирателями готовые депутаты Александр Цидилкин, Назар Галат и Константин Каратаев, а также заместитель директора библиотечной системы Ольга Исакевич. Узнать время и место приемов можно по телефону 66 35 23. 1500 обращений и консультаций было в течение года текущего в нашу общественную приемную. Это говорит о том, что работа приемная востребована в городе Первоуральске, и если к нам приходят наши горожане, то они и находят поддержку. Соответственно, большинство вопросов мы в силах решить.